Сегодня Центр творческого развития отмечает свой юбилей. 50 лет методисты этого дома осуществляют мечты детей, которые радуют нас своим творчеством. Дом школы пионеров юношеского, детского творчества и в итоге Центр развития творчества. Какое бы название ни имело это место, оно всегда останется большим дружным домом, который много лет реализует свое основное предназначение – формирование физически здоровой, социально активной и творческой личности ребенка. Одно слово «дом», «дом пионеров». Вот смотрите, ребята сидят, пионеры. Знаете, это на самом деле наша новейшая история. Я сам был пионером, мы все были выходцы с пионерской организации. И вот это некая такая смена поколений до сегодняшнего дня. Это вот как раз дом для молодых ребят, где их учат творчеству, где их прививают к социуму, где из них растят таланты. Это действительно дом для маленьких наших ребят. 50 лет. За это время в Центре развития побывало много поколений. Но все началось с пионерского галстука, поэтому не вспомнить о том времени просто невозможно. Праздничный концерт открыл хор Дома творческого развития, а затем из прошлого прилетела самая настоящая пионерка. 2015 года у нас юбилейный праздник. Подождите, какого года? Как вы сказали? 2015. Так я что? В другом столетии? Слушайте, точно, точно, последнее, что я помню, это как Вовка меня грохнул под портфелем по голове и вот. На юбилей пригласили детскую военно-патриотическую организацию «Юный пионер» под руководством Натальи Злобиной, воспитанники которой торжественно вынесли районное знамя старой пионерской организации. Занимались строевой, вот это все отрабатывали. Ну, что мы носим знамя, это как бы, ну, почетно, нужно красиво это все сделать. Поэтому мы тренировались, специально собирались для этого. Чтобы не макетом выходили такие, а настоящие пионеры вынесли. А ребята, у нас знаменная группа, у нас определенная знаменная группа, которая занималась в армейце. То есть их штудировали армейцы, как ходить, как выносить знамя. Они у нас и в зорницах участвовали. Преподаватели дома – добрые, позитивные, светлые, творческие люди, которые любят детей и свою работу. Например, Ирина Григорьева начала работать в учреждении дополнительного образования почти 20 лет назад. В Центре развития несколько творческих направлений. Ирина занимается с детьми в естественно-научном. Изучают окружающий мир, закономерности, происходящие в нем. Ходят на экспедиции и походы, выращивают редкие растения и даже проводят опыты. Чтобы еще не один юбилей Дом творчества отметил, наш Центр творческого развития, чтобы он отметил 75 лет, и чтобы он отметил 100 лет, и чтобы действительно 150, и 200, и так далее, и чтобы всегда здесь работали очень творческие люди, чтобы всегда в этом доме находились замечательные, талантливые дети, которые составляют цвет нашей страны, да, наше будущее, которые за это отвечают, и в чьи руки мы готовы будем это будущее отдать и вложить. На празднике присутствовало множество гостей. Депутат законодательного собрания Дмитрий Варнаских, глава Кингисеппского района Александр Сергеев и многие другие. Каждый из них вручил хранительнице очага дома, директору Ольге Максимовой и коллективу небольшие подарки, грамоты и благодарственные письма. Периодически помогаем, внутренние ремонты делаем, косметические ремонты делаем, зал оформляем. В процессе, скажем так, моего взаимодействия с работой Дома детского творчества мы всегда им оказываем помощь. Я думаю, что с фасадом мы тоже будем решать вопрос совместно. В любом случае, этот дом должен и красиво выглядеть. Не только его внутреннее содержание, но, естественно, дом должен быть прекрасным. Гульнара Дружинина, Максим Маючий, телеканал «Орел». И хорош.